требует ремонт. Вообще очень удачная площадка. Получается, как бы старая часть Восточного. Да, это Игнатьевская, старая часть. Реконструкция детского сада номер 1 в Звенигороде – вопросы благоустройства. Глава муниципалитета Андрей Иванов встретился с инициативной группой жителей в микрорайоне Восточный. Частичный ремонт кровли, ремонт пищеблока, замена дверей, система отопления. А еще отремонтировать цоколь и отмостку по периметру здания, облагородить зону прогулочных веранд. Дошкольное учреждение было построено в 1983 году и на данный момент требует обновления. Мы обсудили вопросы нехватки, мы обсудили вопросы ремонтов, мы обсудили вопросы недостающих каких-то там игрушек, еще чего-то, да. То есть было принято решение, что детский садик «Солнышко», так как он у нас очень старый и ему требуется большое количество внимания, все, что там, значит, поломано, сломано, у нас вошло в федеральную программу, и, соответственно, в этом году до 1 сентября будет произведен ремонт. Заключить муниципальный контракт для проведения ремонтных работ планируется до конца июня. Еще один детский сад в микрорайоне Восточный под номером 8 также требует небольшого ремонта. После проведенного осмотра руководитель муниципалитета отметил, недостатки здесь устранят до конца года. Екатерина Крамер, телекомпания «Одинцова».